с вами Оксана, и сегодня я хочу вам показать много интересных покупок. И кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Девчонки, я сегодня хочу вам показать покупки, которые не связаны между собой, но каждая из них очень интересная, полезная, и я думаю, что те вещицы, которые я хочу вам сегодня показать, вам тоже понравятся. Конечно же, все ссылки вы можете найти в описании под видео. И первое, что я хочу вам показать, это рюкзак. Рюкзак непростой, необычный, классный. И давайте покажу, как он выглядит. Пришел он ко мне очень хорошо упакован. Вот в таком чехле. Для рюкзака, думаю, что когда вы не пользуетесь этим рюкзачком, можно его легко повесить на вешалку, и он будет очень здорово сохранять свой внешний вид на протяжении многого времени. И сам рюкзак выглядит просто потрясающе. Он выполнен из очень плотной ткани. Очень ткань это похожа на джинсовую ткань с таким ярким принтом. Очень яркий орнамент. На сайте были разные расцветки вот такого стиля рюкзаков. И по качеству хочу сказать вам отдельный такой момент, что качество этого рюкзака просто суперное, зашкаливает. Он очень-очень функциональный. Имеется внешний карман, причем два внешних кармана. Расстегивается вот таким образом. Застегнула. И верхняя часть тоже застегивается, расстегивается. Все замки очень хорошего качества, очень мягко застегиваются и расстегиваются. Внутреннее состояние этого рюкзака меня просто поразило очень своей функциональностью. То есть для ноутбука, то есть карман такой с сеткой, прозрачный. Сетка очень-очень плотная, не хлюпкая, очень хорошо держит форму. Внутренняя часть выполнена из очень плотной ткани, она продублированная. Имеется карман вот в верхней части. Вот так вот расстегнем его. Такой довольно-таки глубокий кармашек. Имеется карабин для того, чтобы можно было пристегнуть ключи, какие-то другие ценные вещи. Возможно, кошелек пристегнуть к этому карабинчику, тоже такой элемент безопасности, тоже классно. Имеется карман, который застегивается на липучку. Липучка тоже очень хорошего качества. Карман этот также продублирован. Он очень мягкий. Так что если вдруг рюкзак ваш упадет, или вы его нечаянно где-то оставите, и его чем-то может придавить, все вещи будут в сохранности. В комплект к этому рюкзаку идет и вот такой вот пенал. Обычный пенал для каких-то ручек, для тех, возможно, девчонок, кто собирается в отпуск, собирается в какую-то поездку. Вот этот пенал легко может служить косметичкой в одном стиле, с одинаковым принтом. Это классно. Сам рюкзак очень объемный, несмотря на то, что внешний вид у него очень компактный. Внутри он очень-очень объемный. И вот эта вот внутренняя часть, она, как видите, широкая. Он не хлюпкий и не плоский. Классный. По боковым частям этого рюкзака имеются также кармашки. Возможно, сюда поместить какую-то бутылку с водой. Она с легкостью сюда умещается. И давайте рассмотрим именно часть, которая будет прилегать к вашей спине. Она меня просто удивила своим качественным исполнением. Конечно же, имеется ручка для того, чтобы можно было носить в руке этот рюкзак. Сама спинка рюкзака очень хорошо продублирована тканью с поролоновой прокладкой. И также имеется внешняя часть ткани из такой сетчатой ткани, то есть спина ваша не будет потеть, будет хорошо дышать. Сами ручки выполнены в такой же стилистике, то есть продублированной поверхностью, и также имеется внешняя часть из этой сетчатой ткани. Имеется, конечно, и регулятор размера самих лямок. Очень удачно выполнен крой вот этой части, которая будет прилегать к вашей шее. То есть она не будет ни давить, никак натирать. Также она очень продублирована мягкой вот этой вот
тканью. В общем, рюкзак идеальный. Что еще нужно? По прочности, думаю, никаких не будет сомнений и претензий. Закрывается сам рюкзак таким образом, что имеется и вот такая защитная вставка, то есть замок не будет выглядывать, и для того, чтобы расстегнуть, скажем, без вашего ведома за вашей спиной этот рюкзак, конечно же, понадобится усилие, и это не так-то просто будет сделать, потому что все вот эти вот собачки, они спрятаны. Да, и этот рюкзак застегивается в двустороннем порядке, то есть вот две собачки, и можно расстегивать и так, и в одну сторону, и в другую. Рюкзак супер. Все швы аккуратно прошиты. Сама ткань просто идеальная для того, чтобы использоваться вот в таких вот сумках, рюкзаках. Она очень прочная. Вот видите, она очень похожа на джинсовую ткань. На сайте у этого продавца были рюкзаки и другой расцветки. Мне понравился именно вот этот яркий принт. И летний одновременно, и такой молодежный. Девчонки, хочу сориентировать вас по размеру. Размер этого рюкзака не мелкий. Он рассчитан на взрослого человека или на подростка, на высокого. Думаю, те девчонки, у кого дети ходят в школу, этот вариант классный. И не хочется, скажем, покупать что-то такое детское. Этот вот классный рюкзачок. Очень я вам его рекомендую, ссылку найдете в описании под видео. И следующее, что я хочу вам показать, это часы. Я часто получаю для обзоров часы, но те часы, которые я хочу вам сегодня показать, меня очень удивили. Удивили, конечно, они меня и своим оформлением. То есть часы пришли ко мне вот в такой металлической упаковке. Металлическая упаковка ко мне попала впервые. Я не видела еще часы вот в таком исполнении. Думаю, что для подарка это очень эффектный такой момент. Как видите, это часы спортивные. И это оправдано. Конечно, они многофункциональные. Посмотрите, как они идеально выглядят. В комплект к этим часам идут батарейки, которые идеально к ним подходят. То есть вот тут вот и батареечки шли в комплект. И к тому же к этим часам в комплект шел вот такой браслет с компасом. Очень аккуратно и стильно выполнен из такого шнура в расцветке милитари. Очень будет здорово придавать такую мужественность обладателю вот этих вот часов. Такой маленький компас, что, думаю, иногда будет вас просто выручать в каких-то моментах. Кто-то, возможно, занимается спортивным ориентированием, кто-то, возможно, просто делает пешие прогулки. И для того, чтобы хорошо ориентироваться на местности, конечно же, компас этот будет очень вам полезен. Расстегивается этот браслет таким образом, на обычной такой застежке. Вот этот вот маленький компас. Мало того, что вот этот браслет придает стильность образу любому, особенно при занятии спортом, но и он очень функциональный. Такой вот классный браслетик. Ну а сами часы, конечно же, выше всяких похвал. Цена у них там очень доступная. И вот так вот выглядят эти часы. Имеется, конечно же, и вот такая этикеточка. Это спортивные часы на пластиковом ремешке. Корпус часов тоже выполнен из пластика. Много функций у этих часов. Есть несколько вариантов определения времени. Они очень стильные, очень лаконичные. Внешняя гравировка тоже имеет вот такой вид. И сами часы очень выглядят серьезно, очень выглядят достойно. И думаю, что если такие часы кто-то получит в подарок, он, конечно же, останется очень довольным тем, что эти часы функциональные. В общем, девчонки, не буду долго рассказывать. Часы на самом деле классные. Ссылку можете найти в описании под видео. И, как я уже сказала, в комплект к этим часам идут батарейка и вот такой вот подарочный браслет с компасом.
Вот такие классные часы можете найти на AliExpress. Я думаю, что если покупать что-то подобное в магазине, естественно, они будут стоить гораздо дороже. Если вдруг вы ищете подарок, если вы ищете именно часы для занятий спорта, то вот этот вот классный вариант можете найти, посмотреть. Такие вот часики. И, девчонки, давайте приступим к разбору следующего продукта, товара, который хочу я вам сегодня показать. Я уже на своем канале, девчонки, показывала несколько вариантов утягивающего белья, грубо говоря, утяжки. Конечно, с наступлением лета кто-то подраспустил себя, кто-то, посмотрев в зеркало, ужаснулся, что формы тела не обладают такими чертами, которые бы хотели мы иметь, и, конечно же, в этом вам могут помочь утяжки, то есть утягивающее белье, которое слегка корректирует форму. И, в общем, давайте не будем затягивать надолго, немного пошуршу, то, что я хочу вам сегодня показать. То, что я вам сегодня покажу, девчонки, имеется у этого продавца. Кстати, я уже заказывала несколько раз. Те утяжки, которые мне до этого приходили, тоже мне очень понравились. Они разного размера. Я их уже раздарила своим подругам. Тем, кто нуждается в этом, они тоже свои положительные такие отзывы оставляют об этом магазине, в частности, об этом белье. И то, что я вам сегодня покажу, тоже очень хорошего качества, отличный крой. Выполнена вся вот эта партия утягивающего белья из очень качественных кружев. Конечно, все моменты, которые нужно подтянуть, подчеркнуть, они находятся... Подтянуть, подчеркнуть, они продублированы, то есть это двойная ткань, это двойная ткань, и, конечно же, все утягивающие вот эти элементы, они на косточках выполнены, то есть вот эта конкретно утяжка предназначена для того, чтобы утянуть и подтянуть животик, как видите, здесь нижняя часть груди, получается у нас, и внутренняя часть имеет такую резиночку, то есть можно зафиксировать на талии, скажем, вот эту вот резинку, как видите, в нескольких положениях, ну вот, грубо говоря, давайте на средний размер зафиксируем, и также имеется вот такой вот замочек, замок застегнули, и получается, что вот часть, которая идет от самой груди и практически заканчивая бедрами, вот эту часть тела можно легко подтянуть именно вот с помощью таких утяжек. Все это, конечно, на косточках. Девчонки, ссылки конкретно вот на эти утяжки вы можете найти. Я дополнительно оставлю ссылки на те утяжки, которые я уже подарила. То есть те утяжки, которые я в этом обзоре не покажу. Но они тоже очень классные, очень хорошего качества. То, что я вам показываю, это утяжки из одного магазина. Я уже убедилась в качестве продавца. Продавец хорошо идет на контакт. Очень здорово и быстро отвечает на все вопросы, которые у вас появляются. И, в общем-то, цены там тоже приемлемые. Если, скажем, в магазине покупать подобные вещи, они, естественно, будут гораздо дороже. Вот те утяжки, которые я вам сейчас показываю, я их с огромной радостью уже одевала. То есть, вот видите, размер талии, до каких размеров может довести именно вот это утягивающее белье. Я обладаю нормальной, хорошей фигурой, параметры мои 90-60-95, и для того, чтобы более так подтянуто себя чувствовать, я вот подобного плана утяжки все-таки одеваю. Когда одеваете утяжку, то выпрямляется спина, ровная осанка, и какое-то чувство подтянутости существует. Конечно же, меняется походка и осанка, это наше все. Вот, в общем-то, у кого тоже хорошая фигура и нет никаких таких явных дефектов и недостатков, особенностей бы я их назвала, я тоже рекомендую носить утягивающее белье, потому что это формирует осанку, делает ваш образ собранный, особенно если вы
любительница трикотажных каких-то платьев, тонкого трикотажа, в том числе, когда малейший какой-то жирок будет виден в огромных размерах, вот это вот утягивающее белье здорово поможет. Давайте я вам покажу следующую стяжку. У меня на самом деле их очень много. Я не буду конкретно останавливаться на каждой из них. Того, кого, скажем, этот товар интересует, можете найти под видео сами. Я делаю обзор с целью показать вам вообще тот ассортимент, который есть у этого продавца, и именно ориентировать вас на этого продавца, который торгует товаром хорошего качества. Конечно, товаров много, и найти именно достойных поставщиков, достойных продавцов сложно. Вот в этом заключается главная сложность. Хочу показать вам вот такие утяжки, такое утягивающее белье. Вот этот момент вообще идеальный вариант. Как я уже сказала, оно все продублировано и фиксирует именно ту часть вашего тела, которая более проблемной является, несмотря на то, какая у вас фигура. То есть это вот часть бедра, видите, и верхняя часть ноги. То есть вот так вот. Также задняя часть хорошо фиксируется. Качество отличное. Все утяжки выполнены из ткани прорезиненной. Как я уже сказала, она продублирована. Она имеет двойную поверхность. То есть очень-очень плотная. На то они и утяжки, чтобы быть плотными. Сама ткань, она двойная. Очень дышащая ткань. Она с одной стороны и плотная, и с другой стороны она очень пористая, что ли, для того, чтобы позволять вашему телу хорошо дышать, чтобы вы не потели в нем. При этом, как видите, очень красивое вот это вот белье. Приятно будет в носке. Классно. И, девчонки, что касается размерных сеток относительно вот этого белья, продавец указывает размеры в сантиметрах, то есть с подбором размера тоже, я думаю, не будет возникать проблем. Не поленитесь, пожалуйста, пройти вниз со страницы этого продавца, обязательно продавец указывает размерную сетку по сантиметрам и ориентируйтесь именно по этой размерной сетке. Не заказывайте наобум, а заказывайте именно исходя из тех параметров, которые указывает продавец. Потому что у каждого продавца почему-то вот на китайских сайтах, на Алиэкспресс, в частности, разные размерные сетки, на разные товары разные размерные сетки. Поэтому смотрите и ориентируйтесь по сантиметрам. Размеры совпадают, они не маломерят. Я заказывала, в частности, вот это вот утяжка XXL размер. То есть маленький размер, но для того, чтобы как бы утяжка свою работу и свою функцию выполняла, конечно же, заказывайте на размер поменьше. Я для себя вот заказывала на размер поменьше, вот скажем, XXL, это маленький, самый маленький размер, мне вот этот вот идеально подошел на параметры 90-60-95, поэтому... По размерам, я думаю, у вас вопросов не будет. К тому же продавец отвечает на те вопросы, которые вы задаете, возможно, которые у вас будут появляться. Хочу еще кое-что вам показать. Тоже утяжка. Кстати, по поводу расцветок. Расцветки также разные у этого продавца есть. Начиная черно-белая, классическая расцветка телесного цвета. Есть молочного цвета. Телесные оттенки есть в нескольких вариантах. Но вот, как правило, черно-белые однозначно там существуют. Хочу показать вам вот такую вообще оригинальную утяжку, оригинальное утягивающее белье, которое я бы назвала белье для коррекции верхней части вашего тела, то есть вот лифа, лиф на косточках и все, что находится ниже, при том, что вот эту утяжку, это утягивающее белье я бы отнесла, скажем, больше каким-то вот таким эстетическим, что ли, вещицам, потому что она сама по себе выполнена очень красиво. Мало того, что она несет функцию утягивания, но она сама по себе очень красиво, вот эта часть нашего гардероба. Как видите, лиф на косточках, то есть одев
грубо говоря, вот это белье, я бы назвала даже это больше майкой какой-то с эффектом утягивания. Вам не нужно будет одевать и бюстгальтер. Сама вот эта часть выполнена очень-очень аккуратно. Видите, спинка выполнена из кружевной ткани. Очень красивый орнамент, расцветка. И все, что касается части, которая выходит в область вашей талии, она продублирована. То есть спина ваша будет также хорошо подтянута. Именно за счет того, что вот есть дубляж подтягивания в области талии. Вот этот элемент мне тоже очень понравился. Как я уже сказала, девчонки, у этого продавца большое количество разного утягивающего белья на любой вкус, на любой размер можете там найти. Ну, давайте, для примера, еще один вариант я вам покажу. Тоже утягивающее белье, классное. Выглядит оно вот так, и как вы успели заметить, я думаю, направлено на то, чтобы утягивать именно часть талии и верхнюю часть вашего бедра, но выполнено именно вот это утягивающее белье из такой атласной ткани. То есть, если вдруг у вас такой момент, как носка утягивающего белья, скажем, под шерстяные какие-то наряды, под шерстяное платье, вводит в дискомфорт в связи с тем, что платье может задираться, как-то неправильно может лечь. Именно вот для таких дам, для таких, возможно, моментов и предусмотрено именно утягивающее белье из такой атласной, скользкой, гладкой ткани, которая будет как второй кожей и не будет никак вводить в дискомфорт в связи с какой-то тканью, возможно, которая плохо сочетается вот с подобными, скажем, утягивающими штуками. Вот это вот тоже утягивающее белье, просто шикарно. Оно мало того по себе очень красиво, но оно еще и функцию хорошо выполняет. По передней части имеется вот такой вот замочек. Для того, чтобы замочек был долго в хорошем состоянии, имеются вот такие крючочки, как видите, в двух вариантах. Можно побольше затянуть, можно поменьше. И вот такой вот замочек все это дело фиксирует вот так вот аккуратнейшим образом. Кстати, вот эту утяжку я заказывала тоже, скажу в каком размере. Скажу в размере 3XL, но... Это то, что я вам говорю, скажем, размеры, которые заказывала я для себя, они могут отличаться от тех размеров, которые вы, возможно, для себя ищете. Конечно же, у всех параметры разные. В общем, вот такие утягивающие элементы вашего гардероба вы можете найти на AliExpress. Конечно, магазин там огромный, выбор огромный. Что касается расцветок, что касается размера и фасона, это выбрать можно на любой вкус. Все, что хотите вы подтянуть в своем теле, вы можете найти. Ссылку оставлю, можете зайти, посмотреть. Там, кстати, есть не только утягивающая вот такая одежда, не только утягивающее белье, но и какие-то пижамки. В общем, магазин очень интересный, классный. Я очень рада, что я с этим магазином сотрудничаю. И все-таки рада, что они мне предложили это сотрудничество. И я рада тому, что я могу вам также рассказать об этом магазине, о том, чем пользуюсь я, собственно говоря. Ну, я надеюсь, что вам понравилось видео, девчонки. Если вам видео понравилось, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Те, кто еще не нажал на колокольчик, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. И я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.